Уникальную дамбру, инкрустированную драгоценными камнями, передали в областной историко-краеведческий музей в Жамбылской области. Музыкальный инструмент в качестве главного приза завоевали жамбылские акын-импровизаторы, которые победили в проекте «Асыл Думбра». Мегашоу транслировали на телеканале «Хабар». Участниками словесных состязаний стали 20 команд, а в их составе 60 айтыскеров со всех регионов страны. В этом конкурсе в 2022 году в финале главный приз выиграла команда Жамбульской области, состоящая из трех человек: Канат Марзахан, Дархан Абдиманов и Айтбек Турсунбайулы. Они со своей стороны показали именно красивую сторону, глубокость, тонкость нашего государственного казахского языка, тем самым подарили своим землякам чувство гордости за своих сыновей.